Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So today, the topic which I've been asked to speak on, сегодняшняя тема, на которую нам предстоит поговорить, называется «Процесс преданности». And this is actually in the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita, this chapter number 22. В Мадхья Лиле, Чайтанья Чаритамриты. Last night we had our god brother Satchakrit Prabhu. В 22 главе, прошлым вечером, ваш духовный брат Сатьякрит Прабху рассказывал нам о встрече Чайтаньи Махапрабху и Рупы и Санатаны, и об учении Рупы и Санатаны. Прошлым вечером он также описывал, как Санатану арестовали по приказу Навапа. Если вы пойдете в Рамакели, Рамакели это такое удивительное место, вообще-то оно очень известно. Туда, в Рамакели, приходит множество туристов. Сейчас туда также приходят и преданные. Нам очень нравится бывать в Рамакели, потому что мы помним об играх Рупы и Санатаны, когда они жили в Рамакели. И Господь Чайтанья пришел в Рамакели и встретился там с ними. Как мы слышали прошлым вечером, Господь Чайтанья пришел в Рамакели, встретился там с Рупой и Санатаной, и после встречи с Господом Чайтаньей убедились в том, что им нужно присоединиться к движению Господа Чайтаньи Махапрабху. Рупа Госвами был готов, но ехать немедленно. Но по неким причинам Санатана не мог этого сделать. Had him arrested. Now, и так случилось, что Наваб арестовал его. Рамакели известное место, как я сказал, но не из-за того, что туда приходили Рупа и Санатана. Поскольку не каждый, кто туда приходил, был вайшнавом. В Рамакели также приходило множество историков, поскольку Наваб, то есть Набоб Хусейн Ша, управлял Бенгалией. Описывается, что Чан Кази в Кришналиле был Камсой. А Наваб Хусейн Ша был Джарасандхой в Кришналиле. The relationship with these two Mohammedan
Также нам понять отношения между Чанкази и мусульманскими правителями. Чанкази был правителем здесь, в Майяпуре, а у Наваб Хусейн Шаха был императорский дворец в Рамакили. And so there are ruins there from the times of the Nawab Hussein Shah. His residence, different things which he had built. There are many ruins there which are all protected by the archaeological foundation of India. Historians come from around the world. They come to see these ruins. Они приезжали посмотреть на эти развалины. And one of the places which we go to see when we're there in Ramakili, there's a special big kind of amphitheater, like a mosque or something. I don't know, but anyway, they say this was a prison where Sanatan Goswami was held. Remember, Rupa and Sanatan had become Mohammedans, and Dabir Khas and Sakar Malik. Sanatan was in the jail, and Итак, how to get out? So he spoke very nicely to the jailer, and he told the jailer that if you let me go free, I'm going to go to Mecca, and I will offer prayers on your behalf in Mecca. От твоего имени в Мекке. I want to also give you some money. И он сказал ему, я также хочу дать тебе денег. He had left 25% of своих сбережений на непредвиденные расходы. И вот это как раз использовал Санатана Госвами, чтобы подкупить тюремщика. In Ramakili. Итак, он покинул тюрьму в Рамакили. So it's very wonderful. I encourage all of you, if you have not been to Ramakili, you definitely do want to go. Если вы еще не были в Рамакили, то я вдохновляю вас. Обязательно надо поехать туда и посмотреть. Очень удивительное место. И Рупа и Санатана. Когда они жили там, они сделали там место подобное Вриндавану. Там были кунды. Это очень трансцендентное место. Там везде увидите маленькие... Там очень много коров. Там мы купили сейчас земли в Рамакели. Искон смог земли купить, и там сейчас будет что-то строиться. Это особое место. Иногда большинство людей едут из-за Наваба, а мы едем туда из-за Рупы и Санатана, чтобы послушать об играх. Там есть храм, где Санатана Госвами жил, и об этом храме заботится правительство Индии. Небольшой храм, очень замечательный, и о божествах хорошо заботится. Там также Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он установил там лотосные стопы Чайтанья Махапрабху. Это очень особое место, потому что Чайтанья Махапрабху посещал это место, и Рупа Санатана жили там. Это очень красиво. Не так далеко от Рамакели. Канай-Начала. Тоже там центр в Искон есть, в Канай-Начале. Вся там целая другая игра. Мы не будем об этом погружаться, потому что мы говорим о Санатане Госвами. И то, как он, после того, как он вышел из тюрьмы в Рамакели, он пошел встретиться с Гостом Чайтанья Махапрабху. И встретился с Гостом Чайтанья Махапрабху в Варанаси. В Варанаси Чайтанья Махапрабху, он был с Тапанамишей и с Чадрашикаром. Господь Ишаня пришел туда,
И он проводил санкиртану на улицах Варанаси. Если пойти в Варанаси, даже до сих пор там можно увидеть, как в Варанаси очень узенькие улочки. Очень узенькие улочки. Там везде малюсенькие улочки, это небольшое место. Это место, где Чайтанья Махапрабху был, и он проводил санкиртану там, по этим улочкам в Варанаси. И Санатана Госвами пришел, чтобы встретиться с Чайтанья Махапрабху. И Чайтанья Махапрабху сказал преданным, что великий преданный, снаружи идите, приведите его. Преданные вышли снаружи и сказали, нет, там нет никого, нет. Там есть какой-то мусульманский монах. И Господь Чайтанья сказал, о, да, приводите его. И они привели этого. Чайтанья Махапрабху побежал встретиться с этим мусульманским монахом. И Махапрабху и Санатана Госвами они обнялись. Это была встреча после Чайтанья Махапрабху с Санатаной Госвами. Санатана Госвами оставил свою службу Навабу. Он убежал из тюрьмы и пришел присоединиться к Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху уже встретился со Шрилой Рупой Госвами. Я сошел Рупа Госвами в Праяге. И потом послал Рупу Госвами во Вриндаван. И он дал наставление Рупе Госвами на протяжении 10 дней в Праяге. И он пришел в Варанаси. И Санатана Госвами пришел. И Господь Чайтанья потратил 2 месяца, давая наставление Санатане Госвами. Можете увидеть это в Чайтанья Чаритамрите, что одна глава, которая называется Рупа Шикша, но 3 главы для Санатана Шикша. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху потратил 2 месяца, давая знания преданного служения Шри Санатане Госвами. Главы 21-22-23 — это учение, которое передал Господь Чайтанья Санатане Госвами. Главы — это Самбандха, Абхидхая и Праводжана. 23-я — это говорится о любви к Богу. Глава 22, о которой мы будем говорить, которая называется «Практика преданного служения». 21 глава — это самбанда, описывающая Господа Шри Кришну, его качества и его отношения с этим миром. Процесс преданного служения — это глава 22. Он начинается тем, что Господь Чайтанья Махапрабху прежде всего описывает, как Верховный Господь обладает множеством разных экспансий. Есть Его личная экспансия, есть Его отделенная экспансия. Отделенная экспансия — это дживы, живые существа. Все мы, не только мы, но все деревья, птицы, рыба, но все мы дживы. Мы все отделенные энергии Господа Кришны. Также личностные экспансии Господа Кришны, которые являются те, кто являются личные спутники, личная экспансия, например, Чатурвьюха.
Анирудха, Прадюмна, Санкаршанева и Васудева. Такова Чатурвьюха. Это все личностная экспансия Господа Кришны. Они все являются Вишнутатвой. Вишнутатва. В нашей Панчататве у нас Адвайта, Нитьянанда, кто является Вишнутатвой, вместе с Чайтанья Махапрабху. А Гададхара Шривас относится к другой татве. Но Нитьянанда, Адвайта и Чайтанья Махапрабху, они все являются Вишнутатвой. И тулоси предлагаются лотосным стопам Вишнутатвы. Но тулоси не предлагаются стопам другим формам. Например, Шримати Радхарани, или Гадхар Пандит, или Шивас Такур. Они могут держать тулоси в своих руках, это чтобы предложить Господу, но их они сами не украшают себя тулоси. Господь является во всех этих разных формах. Мы знаем Брахма Самхите, там упоминается, как Господь обладает Ананта-рупа. У него бесконечное количество форм, множество разнообразных форм. Господь являлся в этом мире, сколько разных воплощений есть. Столько же, как волн в море, и точно так же бесконечное количество экспансий Господа. И они все там находятся для его наслаждения, для того, чтобы принести удовольствие Господу. Об этом коротко говорится в начале этой главы. И после того разъяснения об освобожденных душах, Шри Чайтанья Махапрабху, после того, как он объяснил о личных экспансиях Господа, Шри Чайтанья Махапрабху начинает описывать джив, живых существ. И он объясняет, что есть два типа джив. Есть нитья-сиддха и нитья-бадха. Нитья-сиддха — это значит, что они вечно освобожденные души. Души нитья-сиддхи, они все, у них нет материальных желаний. Они не находятся под влиянием материальной энергии. Они полностью освобожденные от материальной энергии. И они наслаждаются играми с Верховным Господом. И они участвуют в разных деяниях Господа, когда Господь проявляет себя в этом мире. Тогда нитья-сиддхи также приходят вместе с Ним, чтобы принять участие в Его разных играх. Души нитья-сиддхи, некоторые из них обычно живут в духовном мире. Но иногда Господь посылает освобожденную душу в материальный, в этот мир, для того, чтобы проповедовать и распространять сознание Кришны. Иногда под руководством Верховного Господа нитья-сиддхи приходят в этот мир, но обычно нитья-сиддхи, они являются жителями духовного мира. И они не подчиняются страданиям материального мира. Мы знаем, что на этой планете это Мрити-лока, место смерти. Мы коротко, наши жизни коротки, смерть приходит очень быстро. Но в духовном мире там нет смерти, там нет старости, там нет ковида. Там нет болезней. И таков духовный мир. И нитья-сиддхи, они живут там вечно. Нитья-бадхи, с другой стороны, находятся здесь, в этом материальном мире.
И они постоянно борются с материальной природой, материальной энергией, борются с тремя гунами материальной природы. Таким образом, иногда они встречают счастье, но часто они встречают страдания. Такова природа материального мира. Нитья-бадды всегда пытаются господствовать над материальной природой и эксплуатировать ресурсы материального мира ради собственного чистого удовольствия. В Бхагавад-гите описывается, что есть другая энергия. Господь Кришна объясняет, что кроме этой материальной энергии существует другая энергия, моя энергия, которая все это мои живые существа, которые сражаются с материальной природой, пытаясь эксплуатировать мир. Живое существо описано Господом Кришной как Пракрити. Пракрити — это значит энергия Верховного Господа. Но обусловленная душа из-за своей природы нитья-бадха, не своего покрытия, невежества, она думает, считает себя Пурушей, И живое существо думает, что я наслаждающийся. И в этом проблема. Мы думаем, что мы наслаждающиеся, и мы думаем, что этот мир существует просто для нашего наслаждения, и нет никакой цели, кроме этого, кроме как нам наслаждаться в этом мире, брать все, что мы хотим для нашего собственного счастья и удовольствия. И это невежество. Нитья-бадха — это восставшая природа, у них восставшая природа. Они не хотят предаваться воле Верховного Господа. Постоянно испытывая страдания. И в другом месте в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: Мамивамса Джива Локе, Джива Будда Шанатана, Манаша Страни Пракрити Стани Каршати. Пракрити Стани Каршати. Стани Каршати. Мы боремся с материальной природой. Почему? Почему мы страдаем в этой материальной природе, потому что яидам дарьяте джагат. Мы думаем, что этот мир, он присутствует, существует только для нас, для нашего эксплуатации, для того, чтобы мы наслаждались здесь, независимо от Господа. В начале этой главы Шрила Прабхупада описывает, как есть класс нитья-бад, которые заявляют себя, что они являются Богом, они на самом деле проповедуют людям, что они сами стали Богом, что они являются Верховным. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, как, что это долг нашего преданных Хари Кришна, что мы должны что-то сделать по поводу этих людей, потому что эти люди настолько низкие, и они настолько негодяи, что они заявляют себя, что они Господь, их нужно наказать. И Прабхупада приводит пример. Точно, как 5000 лет назад был демон, которого звали Пондрака. Он заявил, что он является Верховным Господом. И он даже прикрепил себе дополнительные руки к своему телу. Он добавил себе дополнительные руки, чтобы у него была четырехрукая форма. И написал письмо Кришне,
сказав ему: «Господь Кришна, что я Верховный Господь, а ты должен оставить Сударшану, Сударшану Чакру мне». И он написал очень оскорбительное письмо Господу Кришне. Господь Кришна, когда он получил это письмо, он засмеялся. Господь Кришна пришел на поле битвы, чтобы встретиться с Пандрако. Он еще больше засмеялся, потому что когда он увидел Пандрако, он настолько глупо выглядел со своими этими прикрепленными руками и заявляющий, что он является Верховным Господом Нараяны. И Прабхупада говорит, что Господь Кришна убил Пандраку сразу же. Господь Кришна бросил свою Сударшану Чакру и обезглавил его, отрубил ему голову. Прабхупада говорил: «Я не говорю, что вы должны убивать этих людей». Прабхупада, может быть, немножко волновался, что мы можем очень близко к сердцу принять слова Шрилы Прабхупады и будем бегать и убивать таких людей, которые говорят, что не Бог. Прабхупада сказал: «Нет, я не говорю, что мы должны убивать этих людей, но вы должны показать, кем они на самом деле являются, что они делают большой вред обществу, заявляя себя Богом, они привозят хаос на всю планету. И это долг нашего движения сознания Кришны, чтобы сделать что-то по этому поводу и спасти мир от попадания в ад. Это один из очень мощных комментариев Шрилы Прабхупады, который можно прочитать в Чайтанья Чаритамрите, где он говорил о своем желании. И Шрила Прабхупада, он ценил, когда преданные встречались с такими людьми. Шрила Прабхупада всегда был очень рад. И он хвалил преданных и говорил: «О, ты молодец, ты очень хорошо повел себя». Во время Шрилы Прабхупады там был один ученый, который говорил, что он может сделать жизнь из химических элементов. Один из преданных, ученик Шрилы Прабхупады, он написал этому ученому и бросил ему вызов. Сказал: «Я бросаю тебе вызов. Я дам тебе $10,000. Покажи, что ты можешь сделать жизнь из химических элементов. Я любые тебе химические элементы предоставлю. И давай посмотрим, как ты жизнь из них сделаешь». И, конечно же, ученый не смог этого сделать. На самом деле, этот преданный, он получил большую публичность от этого, потому что он публично бросил вызов этому ученому. Ты говоришь людям, что ты можешь создать жизнь. Давай посмотрим, что ты можешь сделать. Можешь ты сделать какое-то яйцо? И преданные бросали. Преданные, конечно, все, что он слышал от Прабхупады, и он проповедовал против этих ученых и показывал, кем они на самом деле являются. И также Бхакти Сваруп Дамодар Махарадж, он проповедовал на ученых конференциях, где один человек давал семинар, в котором он говорил о создании жизни из химических элементов. И Бхакти Сваруп Дамодар Махарадж в то время, он был брахмачари. Сваруп Дамарадас Брахмачари, он сказал ему, он говорит: «Если я дам вам химические элементы, можете ли вы создать что-то?» И ученый сказал: «Ну, сейчас нет». Ученый вынужден был признать, что он не может ничего сделать. Шрила Прабхупада очень ценил этих преданных, что они очень открыто проповедовали философию сознания Кришны. И такова наша деятельность как преданных. Такое дело, мы должны открывать эти глупую пропаганду и атеистические философии, которые пропагандируют. Это большое задание. Но Шрила Прабхупада ожидал, потому что мы должны принять в этом миссии наше движение сознания Кришны.
Мы вечером вчера слушали о том, как мы предлагаем свои поклоны Рупе Госвами, так как он исполняет желание Господа Чайтаньи Махапрабху. И желание Чайтаньи Махапрабху, чтобы вывести на свет этих негодяев и победил этих майяванских философов в Бенарасе. Господь Чайтанья встретился с ними в Бенарасе и проповедовал им вайшнавскую философию, и они все приняли его проповедь. И они все повторяли Хари Кришна мантру благодаря влиянию Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху, он объясняет Чайтанья Санатана Госвами процесс преданности. И он объясняет, что обусловленное состояние обусловленной души Нитья-бхатха. Нитья-бхатха — это вечно обусловленное. Они вечно обусловлены души. Они могут достичь освобождения. Им нужна милость. Им нужна определенная милость. Они страдают. Испытывают страдания материального мира. Адибхаутика, Адхидавика. Разнообразные страдания, которые существуют в этом материальном мире. Страдания от других живых существ, страдания от тела и ума, страдания от материальной природы. Этот мир — это не очень приятное место. Несмотря на то, что мы пытаемся как-то не замечать страдания, но на самом деле это постоянное страдание с нескольких мгновений какого-то мерцающего счастья в этом мире. Поэтому как помочь душам Нитья-бхатха? Есть такое вещь, как Сирипа-сиддха. Крипа-сидда — это особая милость, беспричинная милость. Как-то преданные спросили Шрилу Прабхупаду, что такое крипа-сидда? Шрила Прабхупада объяснил преданным, что точно так же, если бы я пришел к вам и дал вам миллион долларов, а вы никогда меня раньше не видели, я пришел и дал вам, вот вам миллион долларов, возьмите. И он говорит, это крипа-сидда, особая милость. И это не очень часто происходит, да? Вы не получаете миллионы долларов таким образом. Это очень необычно. Крипа-сидда, это очень, она редка. Поэтому как Нитья-бхатха может достичь освобождения и стать Нитья-мукта? Вечно освобожденным. Другой процесс, с помощью которого они могут достичь освобождения, это садхана. Садхана-сиддха. Садхана-сиддха, с помощью садхана духовной практики можем подняться на уровень освобождения, совершая садхану. Но как совершать садхану? Что такое садхана? Какую садхану мы должны совершать, чтобы понять, что является садханой? Мы должны, у нас должна быть милость преданных. Нам нужно общение с преданными. Не общаясь с преданными, будет очень сложно понять духовную жизнь. И будет практически невозможно нам прогрессировать в этом. Нам нужно общение. Нам нужно, чтобы кто-то вел нас и направлял. Мы должны видеть примеры. Без этого, не видя примеры, очень сложно нам прогрессировать в духовной жизни. Это общение с духовным учителем, с продвинутыми преданными, это требуется. Мы должны получить такое общение.
И мы видим, что это нам объяснено также в Шримад-Бхагаватам, в разных местах. Там описывается важность общения с продвинутыми преданными. Например, это произошло с Махараджа Рахугана и Джади Бхарати. Махараджа Рахугана был царем Синду и Савири, и его несли в его паланкине, и он шел посетить святые места. Я что он шел в Гангасагар. Он шел на паломничество, и он передвигался в паланкине. Его несли четыре сильных мужчины. Так или иначе, один из них, который нес паланкин, он повредил себе что-то, и он не мог нести паланкин. Махарадж Рахугана, ему нужен будет найти кого-то еще, чтобы он заменил этого носильщика паланкина. В то время они встретились с Джадабхараты. Джадабхарат, он ходил рядом, и он выглядел, как будто он Джад, как будто он был Джада, он выглядел, как будто он был... Его стала одежда, растрепанные волосы, и все было неправильно, но он был сильным, он был физически очень сильным, поэтому Махараджа Рахугана подумал, о, этот может сделать, он смог нести мой паланкин. Джадабхарат, он не говорил, он обычно не разговаривал ни с кем, он просто молчал. Мы сказали, делай это. И он начал делать то, что ему сказали. И он начал нести паланкин. Когда он нес паланкин, там были насекомые на дороге. Джадабхарата был очень внимательный. Он не хотел приносить вред ни одному насекомому, поэтому он начал обходить их так и по-другому. Таким образом, Махараджа Рахугана трясил паланкине, его там мотало в разные стороны, его практически выкинуло из паланкина. И он шокирован, что происходит. Я спустился с паланкина, и сказали, так это вот, это все мешает нам. Этот человек шел необычным образом. Махараджа Рахугана пригрозил Джадабхарате, если ты не будешь нести правильно паланкин, я устрою, чтобы тебя избили, я лично тебя и накажу, если не будешь правильно нести, делай то, что тебе сказали. Махараджа Рахугана говорил таким суровым образом Джадабхарате. Джадабхарата ответил ему, начал говорить трансцендентное знание. Он сказал Махараджа Рахугане, ты думаешь, что ты царь. Ты думаешь, что ты едешь в паланкине. Ты думаешь, что я твой носильщик. Ты не знаешь, кто ты. И ты не знаешь, кто я. Ты не знаешь, какова цель жизни. И ты не понимаешь истину. Но Джадабхарата начал говорить очень глубокие философские истины Махараджа Рахугане. И Махараджа Рахугана, он был поражен услышать мудрость и философию, которую Джадабхарата говорил. И Махараджа Рахугана бросился к ему стопам и начал молить о прощении, простит. Ты великая личность. Я, наверное, оскорбил тебя. И бросил его стопам и начал молить о прощении. И он также спросил у Джадабхараты, где ты обрел это трансцендентное знание? От кого ты его получил? Кто тебя обучил всему этому? Тогда Джадабхарата объяснил ему, ты не обретаешь это знание, просто совершая аскезы.
Ты не получаешь это знание изучением Писаний. Ты не получаешь это знание, это положение, это состояние сознания нельзя получить, совершая жертвоприношение или посещение святых мест и омываясь в святых реках. Можете окружить себя огнем во время лета. Вы можете омываться в холоднющей воде зимой. Все эти аскезы, ничто из этих вещей не приведут вас не придут к обретению цели жизни. Если вы хотите обрести цель жизни, тебе нужно принять пыль с устных стоп преданных. Нужно омыться в пыли лостных стоп преданных. Таким образом, нужно найти преданных парамахамсов, кто свободны от страданий материальной жизни, кто находится на трансцендентной платформе, и нужно получить пыль с их стоп. Об этом говорилось Джагата Бхарате, пятой песне Шримад Бхагаватам. И снова вы можете увидеть тот же самый момент, о котором говорится в седьмой песне в истории Прохлада Махараджа. Прохлад Махарадж, он был послан его отцом Шри Кашипу, что он должен пойти в Гурукулу, демонов. Не Гурукула для преданных, а Гурукула для демонов. И демоническая Гурукула, она учила, как иметь дело с врагами. Но Прохлада Махарадж, он уже обрел духовное знание, и ему не нравилось то, что делить людей на врагов. Он думал, нет, мы должны видеть каждого одинаково, смотреть на каждого. Никто не является врагом, никто не друг. Нужно смотреть одинаково на всех. И Прохлад Махарадж был в Гурукуле, и через какое-то время его отец позвал своего сына, и он спросил своего сына: «Сынок, ты в Гурукуле уже какое-то время учишься, скажи мне, что самое лучшее, чему ты научился там?» И Прохлад сразу же сказал своему отцу: «Шраванам киртанам вишну». И Харани Кашипу услышал: «Вишну?» Он сказал: «Вишну? Что ты говоришь?» Вишну был врагом семьи Хираньякшипу. Брат Хираньякшипу, Хираньякша, был убит Вишну в форме Гусаварахи Вепря. Хираньякшипу ненавидел Господа Вишну, и когда он услышал, что Прохлад Махарадж говорит ему, что Шраванам киртанам Вишну, подумал: нет, это совершенно не то, что стоило говорить Хираньякшипу. И он очень расстроился, и он хотел убить его. В какой-то момент он спросил Прохладу: где ты получил это знание? Кто тебя сделал вайшнавом? Как ты стал вайшнавом? Откуда ты получил это? Харани Кашипу очень специально, очень внимательно держал его в демонической Гурукуле, чтобы он не встретился с преданными. Потому что он знал, что если люди, эти вайшнавы, придут, то они осквернят его своим вайшнавским учением. Поэтому очень внимательно следят тем, чтобы его сын не встретился никак с преданными.
И он спросил Прохлада, где, откуда ты это получил? И Прохлад Махарадж сказал своему отцу, Прохлад Махарадж сказал, ты не получишь это знание просто своими собственными усилиями, не получишь это просто встречи с другими. Если вы дадите обет оставаться в семейной жизни, то вы жуешь, ты просто пережеванное. И Прохлад Махарадж затем начал говорить, что нужно обрести пыль, милость преданного, того, у кого есть преданность. Бхакти происходит от бхакты. Нужно найти того, кто является преданным. И я говорю, что бхакта, это значит, мы часто говорим, что это новый преданный, но я не имею в виду, что это не новый преданный. И Читан Чаритамрити Прабхупада объясняет, что бхакта — это термин нового преданного, поэтому иногда люди говорят «Джая Бхакта Прохлад», и это неправильно. Мы не должны говорить «Джая Бхакта Прохлад», мы должны говорить «Прохлада Махарадж», что Прохлад Махарадж, он не бхакта. И Прабхупада говорил в бхакти, что слово бхакти, Читан Чаритамрити, это термин для преданного неофита. И какого преданного нужно найти, чтобы обрести преданное служение? Мы должны найти общество того, кто является Нишкинчана. Нишкинчана — это значит тот, кто обретает, у кого нет ничего материального. Он оставил привязанности к материальному миру. Такое общение, ну, мы хотим обрести. И в общении с такой личностью вы можете сделать великий прогресс в духовной жизни. Нужно общаться с преданными Нишкинчана, теми преданными, которые не стремятся к материальному процветанию, к материальному положению, богатству или каким-то подобным вещам. Вы хотите общаться с такими преданными и с таким общением, тогда вы сможете продвигаться в сознании Кришны. Чтобы продвигаться в сознании Кришны, Господь Кришна сам объясняет, каково должно быть наше умонастроение, принимая процесс преданного служения. Это об этом говорится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Удава-гита там находится, где Господь Кришна дает наставление Удаве перед тем, как Он оставил этот мир. И Господь Кришна описывает, каково должно быть настроение того, кто хочет прогрессировать в сознании Кришны. Прежде всего, он сказал, что человек должен обладать верой в миссию и в учение Господа Кришны, особенно в Бхагавад-гиту. Человек должна быть вера в эти наставления, которые Господь дал в Бхагавад-гите, и должен следовать наставлениям духовного учителя. Он не должен быть ни слишком привязанным к материальным вещам. И в то же самое время он не должен быть слишком сильно отреченным. Если человек слишком сильно привязан, то, естественно, это будет его отвлекать, мы будем думать о наслаждениях. Мы не должны быть слишком привязанными. Но в то же самое время слишком сильное отречение тоже не очень хорошо, потому что слишком сильное отречение от мира может сделать сердце очень твердым, и мы будем просто очень, да, критиковать всех, будем. Поэтому нужно быть очень
аккуратными, не нужно быть слишком сильно ни в ту, ни в другую сторону, нужно правильно занимать правильное положение, и поэтому мы должны, должна быть правильная вера. Вера также это очень важное качество. Рупа Госвами описывает разные уровни преданности, как все начинается с веры. Он говорит, ада, шада, тата, сада, санга, там божна крия. В самом начале человек должен обретать верой. Но как обрести эту веру? Где можно обрести эту веру? От кого ее можно получить? Нужно общение с преданными. Без общения с преданными у нас не будет правильной веры. Может быть, какие-то сентименты быть, какое-то влечение, но вера не будет очень сильной. На самом деле, вера показывает разницу между Канишской, Мадхьям и Уттамой. Согласно силы веры человека, можно отнести к этим разным категориям. Кто является Канишской, кто является младшим, а кто занимает средний уровень, а кто является продвинутым преданным. Это меряется их верой. Тот, у кого слабая вера, он считается Канишской, неофитом, что вера еще не созрела. У него есть какой-то интерес, но не очень много веры. Я встречаюсь с людьми, и его веру очень можно легко поколебать. Например, новый преданный. Может быть, он в прошлом не был вегетарианцем, возможно, и становится преданным, становится вегетарианцем. И люди могут сказать ему: «О, вегетарианство, это не очень хорошо для здоровья. О, ты ослабеешь, очень любишь болеть много, если вегетарианцем станешь». И он может послушать, и он может поверить этому. Он может не знать, как ответить и как победить эти аргументы. Я помню, как молодые преданные, мы ходили на санкиртану, и мы распространяли книги на улицах. И иногда люди говорили нам: «Зачем вы этим занимаетесь? Почему вам просто на работу не устроиться, как обычным людям?» И они говорили: «Когда вы состаритесь, кто позаботится о вас? Когда вы состаритесь, кто будет за вас присматривать за вами и вытратить свою жизнь, распространяя книги людям? Кто о вас позаботится?» Они говорили такие вещи. Некоторые люди, у кого не было веры, они не знали, как ответить на это, как отвечать на такие аргументы. Конечно, можно сказать им: «А кто о вас позаботится?» Что вы думаете? Вы говорите: «Кто обо мне позаботится?» Я служу Кришне, а Кришна обо мне позаботится. Кришна заботится обо всех. У нас есть вера в Кришну, что Он заботится о всех. Он и слону дают еду, и слону нужно столько грамм еды, а маленький муравей, и ему нужно немножечко сахара. И кто предоставляет пищу и все им? Та же самая личность, которая предоставляет пищу им, также предоставляет и нам. Мы живем по милости Бога. Мы не просто живем только потому, что благодаря своим собственным усилиям. Мы живем по милости Бога. И точно так же и вы точно так же живете. Мы все живем по милости Бога. У вас большой завод, ваш завод не может производить пищу. Вам нужна милость Бога, чтобы была возможность выращивать пищу. Таким образом, выходя на распространение книг, встречаясь с людьми, то люди бросать вызов вашей вере, и вы должны уметь, как защищать себя, как отвечать на эти аргументы.
Тот, у кого слабая вера, его, эти вещи могут его побеспокоить. Это уровень канишха. Очень она шаткая, но Мадхьяма преданные, у него более сильная вера. У него хорошая вера, но знание философии еще не очень сильное. У него нет ответов на все вопросы, но у него есть полная вера в то, что он делает. Если на то, что люди могут критиковать его, они могут какие-то сомнения ему говорить, но это его не беспокоит. Его вера остается сильной. Это Мадхьяма преданный. Мадхьяма преданный делает различия между людьми. Конечно, преданный. Он видит Бога в храме, и он не видит Бога в сердцах других людей. Обычно преданный неофит им вдохновляют больше быть в храме, поклоняться божествам, и постепенно слушать духовное знание. И с обретением духовного знания они смогут понять, как Господь находится в сердцах всех живых существ. И научиться видеть Бога во всех живых существах, не только в божестве. И Мадхьяма преданный, он делает различия. Он поклоняется Верховному Господу. Он общается с теми, кто тоже является преданными. Он дает милость тем, кто невинным, кто готов слушать. И он избегает тех, кто атеистичны и оскорбители. Он не хочет встречаться с такими людьми. Можем сказать, «О, мы должны уметь убедить и таких людей также». Да, мы должны уметь, но не все могут так делать. Это сложное задание. Поэтому Мадхьяма преданный, он еще не готов с такими людьми иметь дело. И во время проповеди он должен разделять между теми, кто хороший кандидат для того, чтобы слушать, а кто нет. Кто-то, кто открыто атеистичен и оскорбитель, то преданный среднего уровня, он не хочет проводить время с такой личностью, потому что это будет очень сложно поменять ум такого человека. В Кали-югу мы видим, что люди, им нравится спорить. Им не очень нравится слушать, им просто нравится спорить. И с этим никуда нет никакого прогресса. Можно с человеком спорить очень долго, и никакого результата нет. Поэтому мы вдохновляем. Поэтому преданным среднего уровня не тратьте время на таких людей, которые являются агностиками, которые не верят в Бога, у которых нет интереса, кто очень узколобы и не готовы слушать. Поэтому мы должны искать невинных людей, которые готовы слушать. И таковы преданные Мадхьяма, которые делают различия. Он ищет невинных людей и избегает атеистов. И самая высшая платформа преданный Уттама, который очень опытен, у них есть полная вера в философию, и они очень опытны во всех аргументациях, и они могут победить, что бы другие ни говорили, какие бы другие аргументы не были представлены другими, они могут победить эти аргументы. И таков Уттама преданный. Иногда Прабхупада проводил различия между конечной Мадхьямой и Уттамой не только в терминах веры, но также это может быть в терминах их привязанности к Кришне.
Потому что также есть привязанность к Кришне, и привязанность в преданном неофите — это привязанность очень слабая, в преданном среднего уровня будет сильнее, а преданном утова будет самая сильная привязанность к Кришне. Поэтому раз есть разные уровни преданности. И таким образом можем видеть преданность. Тоже таким образом мы должны обрести общение преданных. А сколько общения мы должны получить? Читание Чаритамриты мы понимаем, мы видим, что Кришна Даскарадж, он говорит этот стих Лава Матра Садусанге, что лава-матра — это даже мгновение, даже часть секунды, 1/11 секунды общения с преданным. Если человек общается с преданным даже 1/11 секунду, это может быть достаточно для того, чтобы достичь всего совершенства. Общение с преданными это не должно быть очень долго. Таким же образом, в первой песне Шримад-Бхагаватам есть стих, который описывает мудрецов Наймишараньи. Они также говорили о важности общения с преданным. Они сказали, что можете обрести даже мгновение общения с преданным. Лавена Апи. Опять Лавена, что это мгновение. И Апи, даже мгновение общения с преданным. Насваргам напарам гатим. Это более ценно, чем попадание в рай. Это более ценно, чем обретение освобождения. Это более ценно, чем совершение тысяч жертвоприношений. Только обретение того мгновения общения с преданным. То есть он с преданным. И каков этот преданный? Что это за преданный? Это преданный Нишкинчана, тот, который оставил все привязанности в материальном мире, и который видит все и всех в связи с Господом Кришной. Мы хотим обрести такое общение. И как мы можем получить это общение? В этой главе Чайтанья Чаритамриты мы говорим о 22 главе Господь Чайтанья, наставление Господа Чайтаньи Санатана Госвами. Шрила Прабхупада задает вопрос, какова квалификация обретения этого общения с преданным, с преданными? И он говорит, что это просто случайно, что мы обретаем такое общение? Или просто повезло, что цитирует Шрила Бхактивинода Тхакура, комментарий Бхактивинода Тхакура, и Шрила Бхактивинода Тхакур описывает, что в дополнение к благочестивой деятельности есть также деятельность, которая приводит к преданному служению. Есть разные виды благочестия. Прежде всего, можно совершать деятельность мирскую, вы даете пожертвования на дома для детей или для госпиталей или школ, или вы жертвуете кровь, разнообразные вещи такого рода. Такой вид благочестивой деятельности, оно приводит что такое же благо вернется к вам. Таким же, столько же, сколько вы дали, столько же вернется. Столько вы пожертвовали, столько же вернется к вам.
Затем есть благочестивая деятельность, которая делается, которая больше связана с обретением освобождения из этого мира. Например, если вы будете давать пожертвования для общества йоги имперсональной, каких-то организаций йоги или каких-то духовным обществам, которые приходят и собирают пожертвования, вы даете им пожертвования, и это квалифицирует вас к имперсональному освобождению. Это благо, которое вы получаете, что вы вы можете обрести союзу юджмукти, имперсональное освобождение, потому что это их цель. Они учат, что цель жизни является это имперсонализм, вы должны слиться, стать единым, вы должны обрести союджамукти. Если мы жертвуем им, то мы обретаем блага, то, что они предлагают, то мы больше обретаем квалификации, чтобы разделить их блага. Но если мы даем что-то преданному, тому, кто распространяет сознание Кришны, тогда это квалифицирует нас к преданному служению. Это бхакти унмула сукрити. И потом есть разные виды сукрити. Есть бхогунмула сукрити, это материальные блага. Он мукти сукрити, где вы обретаете блага для освобождения, и бхакти унмули сукрити, где вы обретаете квалификацию к преданности. Такова квалификация для того, чтобы прийти к преданному служению, если вы совершили какую-то деятельность. И Бхагавад-гите Господь Кришна описывает: Jananam punya karmana tidanva noham nirmukta bhajanti mam dridavrita. Lord Krishna describes there in the Bhagavad Gita. Господь Кришна описывает в Бхагавад-гите, что люди, которые действовали благочестиво в предыдущих жизнях и в этой жизни, они освободились от всех греховных реакций. Тогда они могут заняться преданным служением мне с решимостью. Когда преданные читают этот стих, один преданный пришел к Шриле Прабхупаде, и он спросил Шриле Прабхупаду: «Шриле Прабхупада, что мы стали преданными благодаря нашему благочестию?» Тут же говорится в Бхагавад-гите, что вы должны действовать благочестиво в прошлых жизнях и в этой жизни. Он сказал: «Это почему я здесь сейчас? Это почему я преданный? Потому что я благочестивой деятельностью занимался». И Прабхупада посмотрел на него и засмеялся. Он сказал: «Я создал ваше благочестие, потому что благочестивая деятельность, которая приводит нас к сознанию Кришны, эта деятельность ее нужно совершать в связи с преданным. Занимаясь преданным служением по отношению к непреданным, то это не приведет вас к преданному служению. Это приведет вас к каким-то другим материальным благам, но не преданному служению. Хотите обрести преданное служение? Ваша благочестивая деятельность должна быть в связи с преданным. И Шрила Прабхупада объяснял преданному, что так как вы пришли в сознание Кришны, так как вы сделали какое-то вы сделали что-то для нашего движения, может быть, вы купили книгу, или вы помогли преданному, или пришли в храм, или получили прасад. Так или иначе, у вас был какой-то контакт с обществом сознания Кришны, таким образом вы получили милость Шрилы Прабхупады, кто является основателем этого общества. И Шрила Прабхупада является... Это общество представляет Шрилу Прабхупаду. Когда вы совершаете служение этому обществу, то это не отлично от служения для Шрилы Прабхупады.
И это то, как мы пришли в сознание Кришны. Мы получили общение чистого преданного в форме Шрилы Прабхупады. Не обязательно его вапу, но его вани и его организации. И посредством этого контакта мы узнали о преданном служении, и мы пришли в сознание Кришны, и мы научились, как и мы приняли разнообразную деятельность сознания Кришны, основанную на слушании, воспевании, опамятовании, все эти вещи. Потом есть много разных анг, частей преданного служения. Можете прочитать в «Нектаре преданности». Прабхупада описывает 64 разных анг преданного служения. Первые 5, начинающие, связанные с духовным учителем, и затем есть разные вещи, что мы должны делать, что мы должны избегать. Но 5 главных, но 5 подчеркивает самых сильных в сравнении со всеми из всех остальных. Эти называются пачангабхакти, 5 ангбхакти. И небольшая привязанность к одному, хотя бы одному из них может дать нам высшее совершенство. 5 этих вещей являются саду-санга, общение с преданными. Это первое. Общение с преданными. Затем нам-киртан, воспевание святых имен. Бхагават-шраван, слушание Шримад-Бхагаватам и других писаний. Все эти вещи, конечно же, они происходят, приходят с общением преданными. Когда вы с преданными, то там будет киртан, и там будет Бхагавата-шраван. Вы будете слушать. Сейчас происходит по всему Майпуру много разных лекций в разных строениях происходят разные лекции. В ТУП сейчас много лекций идет. В Майпурском институте там далее, там идут лекции. Там лекции происходят в гурукулах. По всему Майпуру идут лекции, там очень много слушаний, воспевания происходит прямо сейчас. И это все в обществе преданных. Эти саду-санга, Бхагавата-шраван и матура-вас, проживание в святом месте, как матхура. Здесь мы в Майпуре. Майпур не отличен от Вриндавана и не отличен от Джаганнатхапури. Наратам Дас Такур говорит: что Горамандалабхуми — это земля Госачайтанья Махапрабху, она вся состоит из Чинтамани. Вся земля в Дхаме является Чинтамани, может исполнить все наши духовные желания. Проживание в святом месте — это одно из 5, и 5 — это поклонение Божеству. Поэтому приходим сюда, мы приезжаем в Майпур, у нас здесь удивительные божества, чтобы поклоняться им. Мы можем увидеть очень изображение божества, Гуранита, Панчататва, Радамадва, Штасая, Господь Нарсимхадев, Джаганнат Баласубхадра. Куда бы вы ни пошли, вы увидите столько удивительных божеств. Это настолько вдохновляет. Поэтому эти 5 видов деятельности, они самые... Это основа бхакти, преданного служения. Видим, что эти пять видов деятельности, они все присутствуют в нашей утренней программе. То есть программы в храмах, каждое утро. Вы идете на утреннюю программу, вы получаете саду-санга. Преданные там тоже будут. Это общение с преданными. Вы получаете киртан. Получаете бхагават, вы будете слушать шастры. И также получите поклонение божествам,
И видите, как Богословам поклоняются. И также вы находитесь в святом месте, потому что храм, он не отличен, он не находится в материальном мире. Храм является духовным миром. Пытайтесь понять, как Шрила Прабхупада был очень опытен, он дал нам столько всего. В утренней программе все присутствует там, все эти пять видов деятельности там есть. И столько других вещей также там есть. Поэтому мы хотим воспользоваться этим каждый день. Утренняя программа. Даже если вы не живете в храме, вы можете проводить утреннюю... У вас должна быть своя программа. Может быть, домохозяевом, или далеко жить от храма. Вы можете проводить свою собственную программу. У вас должен быть алтарь, вы делаете поклонения, вы читаете шастры, повторяете святые имена. И собирайтесь, чтобы семья присоединилась к вам, чтобы у вас была саду-санга, чтобы получить общение. Эти пять видов деятельности, панчанга-бхакти, оно настолько могущественно, и что небольшая привязанность к одному из них может дать нам самое высшее совершенство. Таким образом, Санта Госвами, он слушал наставления Чайтанья Махапрабху о процессе преданного служения. Чайтанья Махапрабху начал с описания Вайди Садхана Бхакти. Вайди Садхана Бхакти — это значит писание согласно правилам, согласно правилам. Следуем согласно правилам и предписаниям. И вначале мы следуем, практикуем Вайди Садхана Бхакти. Но далее вы продолжаете, вы можете стать продвинутым, вы можете подняться до уровня Рагануга Бхакти, спонтанного преданного, спонтанной преданности Рагануга Садхана Бхакти. Рагануга — это значит спонтанное. Прабхупада приводит пример. То есть даже как в самом начале, чтобы просыпаться утром, нам не очень нравится вставать утром, и у вас там стоит будильник, чтобы разбудить вас. Но через какое-то время, так как вы уже привыкли к этому, в вашей жизни уже, вы привыкли вставать утром, через какое-то время вам не нужен будильник. Вы просыпаетесь без будильника, вы просто просыпаетесь, естественно. Таким образом, в начале мы следуем разным правилам и предписаниям. О, да, мне нужно делать это, а я нужен поклониться, здесь я нужен повторить эту мантру, здесь я нужен джапу свою читать и разные вещи, которые нам нужно делать. Мы учим свой ум согласно правилам и предписаниям. Но больше мы продолжаем, это больше будет становиться спонтанным. Будет это естественное влечение и к этому желанию служить Кришне. И мы будем делать не только потому, что это правило, что я должен то делать, другое, это правило, так надо. Нет, мы будем думать больше о том, о Кришне. Мы хотим порадовать Кришну. Мы слушали разных спикеров, и они говорили о том, что цель — это доставить удовольствие Кришне. Это настроение Рагануга Бхакти, что у преданного есть это рага, это привязанность, это желание удовлетворить Кришну. И они делают это, культивируя настроение великих преданных. Они выбирают определенного жителя Вриндавана. Они будут следовать по его стопам. Во Вриндаване там много вечных преданных, Господа Кришна, Дамахарадж, Амайшода, пастушки, гопи, также коровы, телята. Там много великих преданных во Вриндаване. И каждый преданный, который хочет культивировать настроение,
Они должны быть вдохновлены следовать определенному жителю Вриндавана и следовать по их стопам. И каждый, все разные, кто захочет следовать настроению гопи, кто-то будет захочет следовать настроению пастушков, может, Нанда Махараджа, может, Мама Ишоды. Есть много разных преданных, слуги Кришны, Рактака, Патрака. Вы можете культивировать настроение этих преданных. Эти преданные, анарагатмика преданные, у них есть естественное влечение к Кришне. А мы должны культивировать настроение следования по их стопам тех этих рагатмика преданных. Внешне мы совершаем нашу садхану, мы продолжаем всю нашу деятельность сознания Кришны. Но внутри мы погружаем свой ум в служение ради Кришны согласно этим настроениям этих преданных, преданных преданного Вриндавана. Это Рага-Нуга Бхакти. И в конце главе говорится, Чайтанья Махапрабху об этом говорил, Шрила Прабхупада также об этом говорил, очень коротко об этом говорил. Так как больше мы говорим о Вайди Садхане Бхакти, о следовании разным правилам и предписаниям, не поднявшись на этот уровень, не поднявшись на этот уровень спонтанной преданности, мы не должны быть преждевременно подняться. Это мы должны развить очень глубокую преданность к служению Кришне. Мы должны быть очень погружены и привязаны к служению Кришне в настроении Вриндавана. И так мы следуем. Чайтанья Махапрабху, таким образом, он описал процесс преданного служения Шриле Санатане Госвами. Он объяснил, что преданный Кришны, у него есть все хорошие качества, и он перечисляет все разнообразные качества преданного. Все описаны там в Чайтанья Чаритамрите. Можете найти этих множество разных замечательных качеств, которые должен иметь преданный. Очень важно для нас, чтобы мы также у нас было правильное поведение. Есть прачар и ачар. Прачар — это проповедь, а ачар — это деяние или поведение. Поэтому у нас должно быть правильное поведение, правильное настроение. И мы должны помнить, что мы являемся представителями общества движения сознания Кришны. Я помню, когда Прабхупада приехал в Майяпур и был фестиваль Гарнапурнимы, это может быть 75-й был. Там было только одно здание, было только здание лотоса. И Прабхупада был в храме, он давал лекцию. И многие преданные приехали из Америки. Большинство преданных было из Америки в то время, и они приехали. Много преданных приехало на фестиваль. И кто-то из них думали о том, чтобы пойти в ресторан, они думали, я хочу посмотреть, как тут едят. Ты думаешь, что ресторан открыть в Америке? Я должен посмотреть, что здесь за рестораны в Индии, тогда я буду знать, что нам делать в Америке. Однако, когда Шрила Прабхупада пришел в храмовую комнату, то, что он сказал всем преданным, не ешьте в ресторанах. И помните, сейчас вы вайшнавы, и у вас кантималы, у вас бритая голова, у вас шики, поэтому вы одеты, как вайшнавы.
Вы не должны есть в ресторанах. Это неправильное настроение, это не такого настроения преданных. Поэтому иногда эти простые вещи, которые напрямую говорил нам Шрила Прабхупада, иногда со временем в нашем движении мы забываем эти вещи, и преданные... И мы и туда, и сюда ходим, мы едим эту пищу снаружи. Мы должны понимать, что это не настроение, неправильное настроение. Это не то, что Шрила Прабхупада хотел. Он хотел, чтобы мы правильно вели себя. Все, что является плохим, все, что не представляет сознание Кришны, не является стандартом, то это все возвращается к Прабхупаде, поэтому бросая тень на Шрилу Прабхупаду. В 70-м году мы много распространяли книг, иногда мы очень страстно распространяли книги. Иногда люди жаловались, и иногда они писали письма Шриле Прабхупаде, жалуясь. И тогда Шрила Прабхупада писал им и извинялся. Он говорил: «Я очень сожалею». Потому что они жаловались Шриле Прабхупаде, и они говорили: «Твои преданные, ваши преданные, они заставили меня купить эту книгу». И Прабхупада писал: «Я очень сожалею, что преданные вели себя, повели таким образом». Но затем Шрила Прабхупада также пытался. Это вы должны понять, что это молодые юноши, они посвятили свою жизнь служению Кришне. И он оставил все, и это просто их энтузиазм. Почему он попросил он вас купить эту книгу, пожалуйста, прости его, этот его юношеский энтузиазм, пожалуйста, не обращай на это внимания и потрати время, чтобы изучить нашу философию. Таким образом, Шрила Прабхупада был обеспокоен, когда люди жаловались на наших преданных. Поэтому должны быть очень сознательными и дать правильный образ. Многие со временем наше общество поменялось. Мы поддерживаемся не только распространением книг, несмотря на то, что очень важная часть от распространения книг до сих пор у нас большие общины, которые поддерживают наше движение. И это очень хорошая удача для нашего движения. Но в то же самое время у нас есть долг, чтобы поддерживать правильное поведение, правильный стандарт еды, одежды. Так эти вещи очень важны для всех нас, как преданных. И Чайтанья Махапрабху, он учил Санатан Госвами об этом. И позже Санатан Госвами написал Хари Бхакти Виласу, описывая поведение вайшнава, что правильное, каковы правильные действия и какой правильный стандарт для преданных. Таким образом, Чайтанья Махапрабху учил, учение Чайтанья Махапрабху было передано нам сейчас. Есть ли какие-то вопросы? Прошу вас, мои поклоны. Есть две категории. Нитья Бадха, Нитья Ситха. Liberation and the merging with the Lord. Liberation and what? Liberation and merging with the Lord, you know, that is a siddha, nitya siddhi. Prabhu говорит, непонятно. I haven't understood the whole question, Prabhu, can you help me? So once again, I can repeat, Maharaj. So there are two categories, nitya siddha and nitya baddha. Yes.
So Nitya Siddhas are, they are Paramahamsa devotees because they are more or less matching with the Lord. Whereas the Nitya Baddha, they are very much interested for their religion and the economic development, sense gratification and liberation. Yes. So that, that liberation is in this matching of the Lord. Both are the same now, same purpose now. Well, the Nitya Baddha, you said he's interested in что Нитья Бхатха заинтересован Дхарма Арха Кама Мокша. Вы спрашиваете, является ли это мокша? Точно такая же, как освобождение освобожденных душ. Well, you have to understand. Нужно понять, что. Is this Nitya Baddhas they merge with the Lord? Is that the same with the Nitya Siddhas you are asking? No, not the same. Слияние с Господом и Нитья Сиддхи — это Нитья Сиддхи. Они не подобны этим Это не те имперсональные йоги, которые могут достичь освобождения. Персональные йоги, имперсоналисты, их цель — освобождение. Но их освобождение, оно теоретическое, это теоретическое освобождение. Мы описываем его как саюджа мукти. Преданные Господа никогда не принимают саюджа мукти или слияние с Верховным Господом. Потому что саюджа мукти, там нет возможности для преданного служения. Преданный никогда не примет такого вида освобождения, потому что нет возможности, чтобы заниматься служением Господу. В Шримад Бхагаватам говорится, там есть стих. Твайаста бхавад авишуда будая арора кришрена парампатам тада патанти адо надрита ясмад анграя. Что те люди, которые думают, что они освобожденные, эти персоналисты, гьяни, ведантисты, они думают, что они освобожденные, но на самом деле они авишуда будая. Их разум нечист, он осквернен, потому что для них освобождение становится, их цель — это стать единым с Господом, но они не смогут поддерживать это положение освобождения. Они могут войти в единство с Господом, но потом они падут снова. Они возвращаются снова в этот материальный мир. Мы видим, что большие имперсоналисты, йоги, кто уходит от мира, они отвергают мир, а потом через какое-то время они возвращаются, и они открывают какие-то дома для бедных, или школы, или открывают больницы. Они занимаются, начинают заниматься какой-то благотворительностью, потому что они не обрели духовную деятельность, у них нет духовных занятий, поэтому они не знают, что является, что такое духовная деятельность. Они оставили мир, они отвергнули всю деятельность, они думают, что деятельность, она вся материальна. Они не понимают, что есть материальная деятельность, и они просто занимаются какой-то благотворительной деятельностью, что у них нет знания, что такое духовная деятельность. Они не могут понять, что такое духовная деятельность. И это то освобождение, которое они получают. Оно бессмысленное, бесполезное. Поэтому нужно понять, что единственная истинная цель — это бхакти. Только благодаря преданности человек может выйти из этого материального мира. А эти персоналисты могут на какое-то время вырваться, но потом они возвращаются, они падают снова в материальный мир.
Поэтому их освобождение — это на самом деле не освобождение, потому что их сознание осквернено этими материальными желаниями стать единым с Верховным Господом. Это то, что они получают из своих усилий. Все эти трудности и невзгоды, которые проходят, и они в конце концов вращают духовный мир. Но если вы преданное служение, даже немного, да если у вас не так много знания, но если вы занимаетесь преданностью, преданным служением, то вы можете обрести цель жизни, можете войти в духовный мир. Даже если у вас нет много знания, но если у вас есть эта преданность лотосным стопам Господа, тогда вы сможете получить истинное освобождение. Есть пять типов освобождения. Саюджа — это одно, которое никогда не принимается преданными. Но есть другие типы освобождения, которые, может быть, преданные иногда принимают. Сарупья, Самипья. И другие, четыре типа освобождения. Богатство Господа, жить на той же планете с Господом, иметь такую же форму, как Господа, и быть спутником Господа. Такое виды освобождения, несмотря на то, что преданный, он не хочет этих видов освобождения, но он может принять их, потому что в этих четырех формах освобождения он может заниматься бхакти-йогой, он может продолжать заниматься служением Господу. Но саюджа-мукти, с имперсональным освобождением, которое дается гьяне, там нет возможности заниматься преданным служением. Понимаете? Yes, any other question? Ну давайте я попробую. Если причина, это Прабху сказал, что если причиной бхакти является встреча с носителем бхакти, с Харинамы через просад, то какова причина того, что мы можем встретить этого носителя бхакти? Что приводит встреча с преданным? Если это является вовлеченная деятельность, то мы знаем примеры и обратно. Или это должно быть искренне? Что конкретно? Что приводит к встрече с преданным? Да. You mentioned that bhakti, we can get bhakti only from bhakta, when we meet the devotee. But what leads to that meeting with the devotee? Is that pious activity or something else? That is the mercy of the devotee. Это милость преданных. По милости преданного мы встречаемся с преданными. Преданные должны быть милостивы. Это нас поэтому вдохновляет. Выходите, раздавайте сознание Кришны, будьте милостивы. Раздавайте милость. Чем больше мы раздаем милость другим, тем больше мы получаем милость себе. Хотите милость? Отдавайте милость. Хотите раздавайте милость другим? Раздавайте сознание Кришны. И чем больше вы раздаете сознание Кришны, тем больше вы получите сознание Кришны себе. Это не то, что мы сделали что-то особенное, чтобы заслужить эту милость. Это просто милость преданных. Поэтому мы находимся в долгу преданных, что они дали нам, так или иначе мы получили милость от преданных, и поэтому мы в долгу перед ними. По их милости мы смогли прийти к сознанию Кришны. До этого у нас, до обретения веры, нужно получить садхусангу. Нужен какой-то контакт, так или иначе, с преданными. Например, Варшана Прадакша Гуру, тот, кто покажет вам путь в самом начале, что он представит вас сознанию Кришны. Это начало. И мы должны быть на самом деле очень в долгу перед ними, потому что они дали нам возможность начать.
И нам нужно это для того, чтобы прийти в сознание Кришны, и затем у нас есть немножко веры, мы общаемся с преданными, и преданные, с кем мы встретились, у них была вера. И от их, мы от них получили веру, это привело к сознанию Кришны. Вопрос был в том, что сказали, что преданность приходит от встречи с преданным, а что приводит к этой встрече. И вот это был ответ на этот вопрос. Угу. Свету нет. Сказали, что он не придет, но еще, я не понял, то ли Чандрамау или придет, то ли кто-то другой. Он приболел вроде, да, что со здоровьем. Там на Ютубе есть русский канал. Нужно Майкл Тиви. Да. Вы находите русский канал, и там будет трансляция с переводом. Сейчас будете еще, да? Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопросы? Махарадж, вы говорили о преданных Ахинчана, что мы должны общаться с такими преданными. Как мы знаем, кто является преданным Ахинчана, и как обращаться с ними, как обратиться к ним, в этом вопрос. И как вы знаете, кто такой преданный Ахинчана? Да знать, что искать. Если вы не знаете, то вы не найдете, кто является преданным Ахинчана. Вы должны сами знать, каковы квалификации. В третьей песне Шримад-Бхагаватам Господь Капила Дев проповедует своей матери Девахути, он говорит своей матери, что он говорит, что нужно общаться с саду, что нужно общаться с саду, и он описывает качество саду. Что Господь Капила говорит своей матери, описывает качество. Что это за качество саду? Кто такой саду? Вы должны видеть, кто терпелив, кто милостив и кто является другом для каждого живого существа, кто видит всех одинаково, кто знает Писание. Вы должны протестировать сами. Точно так же, когда вы ищете духовного учителя, вы не просто первого человека принимаете, которого вы увидели. Вы должны протестировать, вы должны проверить. Вы должны сами посмотреть, наблюдать и смотреть. Вы должны задать вопросы и смотреть, является ли это личность, говорит ли это личность истину, я соглашаюсь ли со всем, что он говорит. Не то, что вы приходите инициация. О, он одет как саду, поэтому, наверное, саду. Не, вы так не делаете. Вы не просто смотрите на одежду. Это не то, как это делается. Вы должны слушать. И правда говорил, вы должны слушать год, в течение одного года, еще из одного года вы должны быть убеждены, что эта личность, он может помочь вам, она может поможет мне поменяться. Вы должны быть убеждены сами. Таким образом, как быть убежденным? Вы слушаете. И задайте вопрос. Тадхи Пранипати, на. Это процесс обращения к саду. Что задайте вопросы. Вы спрашиваете у них. И таким образом вы можете понять, кто является Нишкинчаной.
а кто нет. Вы должны развить собственную веру к общению, к наблюдению, слушанию регулярно от этой личности. Не просто смотреть, а также слушать. И это очень важно. Спасибо за замечательную лекцию. Вы сказали, что мы представляем Шрилу Прабхупаду, получение сердца в ИСККОН. Чтобы правильно вести себя, но иногда мы видим, что поведение не очень правильное, что вайшнавы ведут себя не очень правильно. Как терпеть это? Нашли это адикар, поправлять их? Как избегать этого критического настроения, потому что это мы чувствуем боль, когда преданные не слышат этикету, и вы узнаете, кто их авторитет, и дайте, скажите им, что вы авторитет, а вы видите, как вот этот человек ведет себя, как они ведут себя. Вы должны обратиться к авторитетам, кто является их авторитетом, кто авторитет за это. Там должен быть кто-то является авторитетом, кто занимается этим, вы должны обратиться к ним и сказать им, почему вы разрешаете такие вещи, вы авторитет, почему это так как. Иногда в многих местах, что наставники не следуют всем вещам, и инициация следования четырем принципам, и инициированные преданные не следуют всем принципам. Можете вы, что это значит, следовать четырем принципам, следование регулирующим принципам, что люди очень просто к этому относятся? Да, это проблема. Я недавно Сатва Кришна Прабху об этом говорил, который занимается системе экзаменации, которая у нас есть для курса «Ученик в ИСККОН». Курс «Ученик в ИСККОН», он обязательный для тех, кто приходит в ИСККОН. Недавно я давал лекцию, и один преданный сказал мне, что нет ничего в курсе «ИСККОН», где говорится, что я не могу готовить мясо. Я не ем мясо, но я готовлю мясо для семьи, и в этом курсе не говорится о том, что я не могу готовить мясо, я сказал. Но почитайте книги Шрилы Прабхупады, там часто, где в книгах Шрилы Прабхупады описывается, где Прабхупада объяснял, что если вы готовите мясо, это то же самое, вы получаете столько же грехов, как за убийство, за еду, за то, что подносите мясо. Это тот же самый грех. Вы получаете греховные реакции за это. Поэтому, если вы приходите в сознание Кришны, вы должны не должны трогать мясо, вы должны покупать мясо, вы не должны готовить мясо, вы должны подавать мясо. И иногда люди не знают и не понимают этого. Некоторые люди даже не согласны. Они говорят, нет в этом курсе ничего про это. Поэтому я сказал Тут Кришне Прабху, нам нужно сделать это более ясным, каковы стандарты для инициации в ИСККОН. Например, незаконный секс. Я как доктор. Причина, по которой мы пришли в ИСККОН, потому что снаружи животная жизнь, когда я прочитаю книги Шрилы Прабхупады, что мы должны действовать как животные, поэтому мы присоединились. Иногда люди думают, что мы слишком фанатичны, что мы говорим никаких абортов, никакой контрацепции. Конечно же. Никаких абортов, никакой контрацепции. Никакого противозачаточных. Эти моменты должны быть очень ясными. Да, это основа. Есть люди, которые серьезно не будут следовать.
Другие люди, они хотят обманывать. Но нельзя обмануть Кришну. Они думают, что они обмазывают, что они могут сделать что-то и ничего не получить, но не можете обмануть Кришну. Кришна знает все, что каждый делает. И поэтому человек сам решает. Если он думает, что они могут делать, а не страдать, то это их собственное невежество. Мы, как проповедники, мы должны не должны рекомендовать таких преданных к инициации, потому что гуру получит карму, а тот рекомендовал получит карму. Да? Это правда. Я был в Джапатаке с вами однажды, и он говорил кому-то, кто-то кого-то порекомендовал на инициацию, и Джапатака с вами сказал, а ты готов получить половину кармы за это? И человек был шокирован. Я? Он говорит, ну ты же приводишь этого человека ко мне на инициацию. Ты хочешь, чтобы я взял карму, а ты готов карму сам взять? Если ты не готов взять карму сам, то не приводи его на инициацию. Они должны быть готовы и убеждены, что человек будет следовать. Иначе давать инициацию. Нет никакого смысла в этом. Спасибо, Махарадж, за вашу удивительную лекцию. Благодарим Махараджа. Громко повтори Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.